Ваше высочество, вам нельзя вставать с постели. Мне нужно покормить ребенка. Вам не позволено, Мария Федоровна. Это давно решено. Александра Павловича будет воспитывать государыня. Вы сможете навещать его в любое время. Ваш сын будет жить с государыней здесь, во дворце, а летом в царском селе. А вы с Павлом Петровичем переедете в Гатчину. Где сейчас Павел Петрович? В Гатчине, занятым устройством. Государыня велела привести в порядок. Это бывший дворец графа Орлова, некогда фаворита. Вам что, не интересно? Нет. Государыня щедра на подарки. Павлу Петровичу сообщили о рождении сына. Я думаю, да, он ждет вас. Ну, сегодня вам еще небезопасно ездить в карете, а завтра с утра вас сопроводят к нему. Ваше высочество. Оденьте меня. Исчезла, и сына нет. Ребенок у вас. Павел Петрович, я поздравляю вас. У вас первенец. Я назвала его Александром. Будущий император. Что вы с ней сделали? Неспокойный ребенок. Грудь плохо сосет. Разбудите, не угомонишь. Прошу, отдайте мне сына. Уберите руки и не устраивайте сцен. Я устала. Ваше высочество, Ваше величество, Мария Федоровна пропала. Ее нет во дворце? Нет. Возьмите. Степан Иванович! Ваше высочество! Где Мария Федоровна? Я не знаю. Сын у меня родился, вы знаете? Да, поздравляю. Покажите, кто возит Марию Федоровну. Государыня вас спрашивает, кто возит великую княгиню Марию Федоровну? Филька возит. Ваше величество, она уехала. Уехала в Гатчину, вот. Запись в журнале. Ваше Величество. Куда отвез? Туда, куда их высочество велели. Куда? Отвечать! В Веденский женский монастырь. Настоятельница там. Я оставил ее там. Оставил. Ваше Величество. Закладывайте карету немедленно. Нужно вернуть княгиню Марию Федоровну во что бы то ни стало во дворец.